Сегодня я вам покажу новый шрифт, работа над которым была завершена. Сие творение пока еще называется Community Font. Сразу к шрифту. Вот открыт сейчас файл работы над моим шрифтом. Инструмент я использовал FontForge. Блин, такая неудобная программа для работы со шрифтом. Если бы Photoshop имел бы функционал создания шрифтов, я бы им пользовался. Потому что с ним... Это очень Photoshop удобнее работать, чем с FontForge, хотя программы разные. Может быть, потому что я не привык, отвлекся я. Вот. Вот это. Вот тут и начертил я шрифт. Каждый элемент данного шрифта. Он предназначен для штрих-кодов. Зачем я сделал данный шрифт? Мне недавно один знакомый прислал таблицу с штрих-кодов. Просьбой разобраться, почему там видны каракули вместо штрих-кода. Я в интернете искал ответы на данный вопрос и в конце концов скачал специальный шрифт. Windows-подобный шрифт не был включен по понятным причинам. И я решил создать свободный шрифт для штрих-кодов для Linux. Сейчас я вам покажу, как выглядит мой шрифт. Вот я сейчас ввожу символы. Надеюсь, что данный шрифт будет внедрен хотя бы в Debian 1, чтобы была возможность штатно работать со штрих-кодом в Linux. Нажмите на этот логотип для подписки на мой канал. Хорошего вам дня. Пока.